Эта небольшая церковь и кладбище в Тасмании уже 15 лет служат домом австралийским супругам Кей и Деннису. Такое место для жизни может показаться необычным, но на самом деле владельцев подобной недвижимости становится все больше. Причина в том, что в Тасмании неиспользуемые церкви выставляют на продажу. При этом во владение покупателей переходит и кладбище. Это значит, что надо постоянно ухаживать за могилами. Это как приусадебный участок. Просто ухаживаешь за своим садом, подстригаешь газоны и выпалываешь сорняки. Это наше основное занятие. Помимо этого, надо мириться и с частыми гостями. Поначалу удивительно много людей приходило на кладбище. Сейчас супруги хотят продать нетипичный дом, но это нелегко. Нужно составить много документов, обновить список могил и уведомить всех родственников тех, кто похоронен на кладбище. Также нужно получить сертификат в регулирующем органе. Покупателям тоже предстоит пройти через множество процедур. Супруги Лин и Пол несколько лет назад рискнули взять на себя дополнительные заботы. Нужно стать управляющим кладбищем, а также заниматься похоронами. Есть множество правил. Не бойтесь, это не так обременительно, как вам кажется. Супруги ни о чем не жалеют. Говорят, что им нравится тишина и покой этого места. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.